поехала не в ту сторону, и в итоге сейчас я просто в каком-то поле. Билета нет больше, так что меня в тюрьму посадят. Знакомьтесь, это моя подруга Ксения, да? Такая вот жизнь с селебой, понимаете ли. Курица какая-то намечается. Ты пришла, когда у меня стало разваливаться. Все поржали с размера этого йогурта, но у нас большая семья. У меня не обокрали. А, кстати, я не проверила, не обокрали ли меня. А, на завтрак-то. И не было ничего. Может, поделаться. Готовим на 20 человек. Ситуация следующая. Я сейчас еду на вокзал. И оттуда на поезде я отправлюсь в аэропорт в Вене. Но это не точно, потому что неделю назад где-то в Вене был очень сильный потоп. Очень много дорог закрыто. Много поездов отменено. Сегодня вроде как последний день чрезвычайного происшествия, и уже поезда должны ездить. Но все равно у них на сайте написано то, что поезда могут задерживаться, могут быть отменены. Надеемся, что мой поезд приедет вовремя. И дальше по приезду в Вену у меня будет, получается, 3 часа. И за эти 3 часа мне нужно будет успеть съездить в одно место. И в целом покажу, успею ли я на самолет. А летим мы в Барселону. Мы уже приехали на вокзал. На вокзале было единственное парковочное место. Кажется, что мне сегодня повезло. Ситуация следующая, что я вспомнила, что я забыла попшикаться парфюмом. Так что исправляем. Машину я оставляю здесь. Обычно Кирилл довозит меня до вокзала. Но сегодня у него физиотерапия. Вещей у меня с собой просто куча, потому что еду я на 10 дней. И не только в Барселону. Паковаться нужно было на 2 сезона. У меня уже последние 3 дня вся моя ментальная энергия только уходит на то, чтобы решить, что брать с собой, что не брать. Взяла с собой еще еды. В дорогу ехать на поезде 3 часа. Поэтому так. Сумка нереально тяжелая. Да, на этом сумка заканчивается, потому что у меня всего 2 руки и 3 сумки, и еще и кофе. Поезд задерживался на 20 минут. Я его ждала, приложение не работает, на табло ничего не видно. Приехал какой-то другой поезд, я села в него, поехала не в ту сторону, и в итоге сейчас я просто в каком-то поле. Идет дождь. Я не знаю, успею ли я вообще на этот поезд, другого вообще нету. Следующий мне не подходит. Есть вариант ехать на машине, но это просто тоже ужасно. В общем, сейчас меня заберет Кирилл, и мы попробуем успеть на тот поезд, который опаздывает. Было на 7.15. На каждый день будет на 7.15. Сука, сегодня на 7. Мое находится в покое. Не то, что погорчен, скорее недоволен. Воздухи навис запах алкоголь. Сам не понимал. Жизнь — это боль, особенно если ты — это я. Тут еще 20 минут надо ждать, а Кирилл сказал, что ему не надо работать. Я безработный. Поэтому мы сидим в машине. Мне платят просто за то, что я сижу в интернете и пишу постоянно Ксюше. Кстати, у меня еще и билета нету больше. Так что меня в тюрьму посадят. Так купишь онлайн? Еще 30 евро? Бля, пожалуйста, и купи билет. Давай. Поезд типа в Берлин, но нам в Вену. Но это он, в любом случае. Я все проверила 18 раз. Никакие планы уже я не успеваю сделать из того, что планировала. Сразу напрямую я в аэропорт поеду. А планировала я купить ребятам, к которым я еду, к Никитке с Бажанкой. Планировала купить коричневый сыр. Это такой норвежский карамельно-сливочный сыр, на который мы все плотно подсели со времен нашей поездки в Норвегию. Его можно купить в Вене. Вот, хотела
то есть им такое гостиница. Но не в этот раз. Сама я сижу напротив, потому что на этом месте никто не видит, как я снимаю. Немножко стесняюсь. Хотя раньше я уже не стеснялась, когда снимаешь постоянно, то пропадает какое-то стеснение. Если это редко делаешь, то у меня появляется опять какая-то неловкость. Хотя, например, записывать кружочки в Телеграме друзьям, у меня вообще не стесняюсь, могу в любой локации записывать. Не знаю, еще и в Австрии такое, мне кажется, очень консервативное общество. Никто никогда не снимает, не видишь на улице людей, снимающих что-то. Даже когда фотографии там делаешь, не знаю, в спортзале, и то на тебя криво смотрят. А я же переехала в деревню, и там еще более криво смотрят. Развлекаюсь как могу. Ну и в целом я вроде успеваю даже немножко. Даже прошел уже этот мандраж немножко. Короче, возможно, я сегодня окажусь в Барселоне. И по прилету я еду сразу на мероприятие, которое тоже вам покажу. Спустя 9 часов наконец-то добралась до этого города. В общем, осознание того, что теперь путешествовать по Европе занимает у меня примерно столько же, сколько раньше занимало долететь на другой континент, немножко пугает. Интересное такое ощущение. До аэропорта мне добираться больше 3 часов. Втягивается путешествие так сильно. Еще если ездить на поездах не в ту сторону, тогда как бы еще дольше получается. Я поняла, что я забыла паспорт. У меня с собой есть ID-карта. Но проблема в том, что у нее истек срок годности. Слава богу, меня никто ничего не спросил. Но и в целом, я думаю, если даже поспросили, думаю, что там сильно проверяют срок годности, срок действия. Это же не еда. Сейчас я еду кое-куда. Что-то очень неординарное. Такого опыта у меня еще не было. Следующего включения в общем. Последний транспорт на сегодня. Нет, ты я снимаю влог! Я привезла вот распаковку из Зары. Как вы думаете, куда мы пришли и какие штаны выбрать? А еще непонятно, куда ты пришла? Ну, ты еще Нет, не рассказывала. Я не рассказала. Ладно, сейчас переоденемся. Ты вот так сохранись, потом будет... Я сейчас монтирую это видео, и я поняла, что я так и не рассказала вообще, что это было и куда мы ходили. По приезду в Барселону мы сразу с Баженой пошли на мероприятие, которое было организовано учителем по йоге, к которому ходит Бажена, ее зовут Тати. И периодически она организовывает такие так называемые heal and rave танцы. Это 2 часа, где мы просто все расслаблялись, танцевали под музыку, двигались, коннектились друг с другом. И это было что-то очень необычное. Раньше у меня вообще не было такого опыта, ничего такого не пробовала. Я думала, что это будет, возможно, как-то неловко или я буду стесняться, но я вышла оттуда такая расслабленная, умиротворенная, несмотря на долгую поездку, через которую мне пришлось пройти в этот день. Мне дико понравилось. И если еще раз в Барселоне у меня будет такая возможность, то я, наверное, схожу обязательно еще раз. Знакомьтесь, это моя подруга Ксения, да? Thank you.
In one word, how would you describe your experiences? Охуенно. That's great, we like that. Охуенно? Yes, and amazing. Смотрите, какую пиццу, омлет. Блин, Женка забахала. Слишком большая тортилья. Это детский омлетик. Ну, это что новенькое, такого еще не видала у тебя. Давайте сырчанский поехал. Там у нас хлеб вообще жарится. Так что, попробуем с авокадо сделать эту тему, чтобы накипятим его. Накипятим кипяченую воду. Давайте реально погубим про это, мне кажется, Ты пришла, когда у меня стало разваливаться. Я буду попозже, поэтому ты можешь. А, вы не будете? Я буду попозже. Да. Давай. Ну, пожалуйста. Мам, давай ты. У тебя рабочий день, да? Я не работаю по пятницам. Мы позавтракали, я собралась и иду на йогу. Может быть, немножко расскажу и погнали. Обещают дождь. Я вот с зонтиком. Дождь значительно усилился. Я осталась. Едем на метро. Смотрите, в метро стоит фортепиано. Я так понимаю, каждый может сыграть. Ну, каждый, кто умеет играть. Это не я. Я уже на полпути домой с йоги и вот зашла взять кофе. Для человека, живущего в деревне, это что-то особенное, когда можно просто взять кофе на вынос, прогуливаясь по городу. На самом деле, это не просто какая-то рандомная йога. Вообще, с этой студии и с этого направления йоги у меня началась вообще моя история с йогой, или какая-то моя любовь к йоге, так сказать. Зацените, какое здание. Просто такой треугольник. Какие приглашения? На наш папа? От нас. Какие вы красивые. Спасибо. Захожу я, значит, домой. Подхожу к дому. Во-первых, у меня новая футболка. А ну-ка. Зацените футболку. А откуда такая новая? Меня затаргетил какой-то сайт. Называется Cherry Bums. Cherry Kitten. И у них эти футболки, и я такая, о боже, мне нужна эта господи. А вторую я тебе покажу дома, там вообще просто. Короче, захожу я, значит, подхожу домой, а тут оказывается Божена такая селеба, и ее вот принесли. Хватит! На какое-то супер мероприятие принесли лично букетик. Можно подумать, что это мне за то, что я сегодня мама. Мама, да. Вот. В общем, неожиданно было. Такая вот жизнь с селебой, понимаете ли. Хоть кто-то снимет влог про этот день, потому что я-то не снимаю ничего. Ну, ты наверняка нафоткаешь. Тут, короче, в процессе... Что это, как это называется? Киши. Мини-киши. Мини-киши с лососем, о которых мы уже наслышаны. Я о них мечтаю уже... Год. Нет, больше. Не, на бэби-шоуре дело пошло. Ну да, но я их тогда не попробовала. Божена просто похвасталась ими в нашем телеграм-канале. Да, я пробовала. В нашем телеграм-канале. В телеграм-канале они были заявлены как одно из блюд. Вот. Я делаю вот салат. Но это
не к празднику. К празднику мне ничего пока не доверили. Делаю только салат. Вот. И еще вроде бы курица какая-то намечается. Это курица намечается. Курица уже в эрфрайере. Вот курица. Так, ну в принципе как бы салат готов. Вы готовы кушать? Наверное, сейчас куда-то долетим, чтобы место сходить. Как это работает, этот мыслительный поток? Так что? Уии! Все получилось. Так, нам нужно сделать гуакамоле еще. Кто этим займется? Кишки готовые. Это гуакамоле. Еще не готовое, но авокадо у нас незрелые. И непонятно какой. Сюда нужно хумус переложить, красиво. Как делают так, типа хоп, разрезал и такой. Так, учете вилкой. Так вот. Еще знаете, как выбирать авокадо? Вот эту пимпочку снимаем. И если там зелененькое и не какое-то гнилое, должно быть хорошее. Вот это, но... О. Добавляем соль. Потом сушеный чеснок. Паприка. Немножко оливкового масла. Лайм. Лучше, конечно, лимон. У нас есть только лайм. И теперь все еще раз перемешиваем. Помидорки. И последний ингредиент, кинза. Готовим на 20 человек. Вот такой вот финальный продукт. Гуакамолька. Давай еще. Спасибо тебе огромное. Вообще не знаю. А, ребята, это Оля. Оля украшала весь этот праздник. Оля украшатель жизни. И этого праздника. Украшатель жизни. Последнее приготовление. Тут еще гости подошли. Это последний момент, когда мы наедине. Мы с тобой уже поцеловались. Смотрите, вот какая такая ракушечка. Так, это цветочки. Это я просто для фотки. И вот такие салфеточки, посмотрите. И вилочки. И вот в каком стоят вилочки здесь. Это фокаччо, которую Бажанка делала. Пекла на закваске. Понимаете? И это вот киши. Это гуакамолька, которую делала я. Я так довольна. Ты довольна? Очень. Это главное. Звать без вида. Подобал любимка мой. Ой, чей-то телефончик. Не будем трогать чей-то телефон. Что это на самом деле, это, наверное, вот то, что большому очень здорово. Поэтому здоровья ему большого. Вот, чтобы двигался дальше. Был любим и любил. Поэтому солнце. Мы тебя очень-очень любим. И мы будем всегда-всегда с тобой. Привет. 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 Привет
family? Бабушка. Am I family? Давайте. Не-не, именно family, like, где? Мам, пап, давайте. Ну, давайте. Вселенная правда. Там. Какой тут тортик? А хочешь этот? Не, 0-1. Что ты перевернул, здесь раскрывается. Ага. Вау, очень красиво. А потом... Так, всей группой решаем, куда вставлять свечку. Давайте я вам подержу руками. Давайте, мне горит. Я просто, я и тоже. Да-да-да, как свадьба абхазская. Видишь, там дырочка? Да. Вы готовы? Потому что за двое. Ты вовремя. Ну что, поем? Да, ну давайте, давайте. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ezra. Happy birthday to you. Какие-то репортеры без границ. Тортик сейчас будет. Тортик сейчас разрежет. Спасибо, но у нас мало. Все, конец? Да, я разрежу тортик. Давай. Коронный час. Давай, Ксения, don't fuck it up. Я ухожу за хлебом и йогуртами. Ну давай, на камеру сделай! Я, короче, все утро маялась, ждала, пока ребята проснутся, не знала себя чем занять. Читала, сидела в телефончике, просто делала все, что угодно. Думала, сейчас они встанут, будем завтракать. А на завтрак-то и не было ничего. Поэтому иду вот в магазин и булочную. Никиткин худи, который я обычно у него все время тырю, но сейчас он решил его мне отдать на постоянку. А, и пижамные шорты. Как он? Она любила йогурт, мне сказали. Все поржали с размера этого йогурта, но у нас большая семья. Завтрачонок. А Эзрик там. Эзрик, ты что там делаешь? Класс. Смотрите, сколько цветов. Ребята говорят, как будто свадьба у них была. Прям. Вот моя самая любимая десерт сейчас, это бармара, серьезно. Это вот это банальное ушко с сахаром. Но это именно их какое-то особое пальмеро, потому что просто ваше испанское. Нет, везде. Но я ваше испанское это ушко пробовала. Ну где ты пробовала? Пальмере в Турисе лучше. Не, ну так я вот и говорю, это что-то особенное именно для Туриса, ну, что да. Попробовать. Ну я тебе не пробовал в Туриссе, а, ну вот. Туриссом, да. Для Туриса я бы сказал, что это их прям козырное, нет? Тогда попробуем. Тогда вы пойдете на сон. Спальню. Да. Накидываем планы на сегодня. Ну что-то ничего не получается. На Inside Dad 2 можно тогда сходить завтра, например, с Эфемой. Можно позвать ребят. Короче, все хотят кино, но на разные фильмы, поэтому... Страшно? Ребята заболели. И они вообще не жалуются. И поэтому я все время забываю, что они заболели. И они такие говорят, ну... Нам же плохо, типа, состояние какое-то не очень. Я такая, типа, а что, ребят, что? У вас что-то не так? Они, оказывается, заболели. И я им говорю, чтобы они жаловались больше. Я жалобщик, да. Поэтому я как бы... Я вообще никогда не слышу жалоб, никаких. Ну ладно, потому что я жалуюсь только Кириллу. И он, кстати, говорит, что типа, мне кажется, что ты только со мной такая, а с другими ты нормальная. Я говорю, ну да, потому что ты... Может, ты жалуешься с нами тоже, чтобы ему меньше доставалось. Да, ты можешь свою жалобу, да. У тебя же квота какая-то есть, рано или поздно. Квота, да. Свою квоту жалоб предлагают уже здесь растратить, надо, да. Растратить на ребят, чтобы потом Кириллу жилось легче. Я вот не знаю.
Что если делать ему жизнь легче? Кирилл, что скажешь, если ты смотришь? Вот и проверим, смотришь ты или не смотришь. Пиши в комментариях. Я думаю, что у меня на этот будет, на это видео будет 4 просмотра. 4. Один. Я. Я. Никита. Никита. Я. А, нет, вы за один посмотрите, вы же, наверное, с одного аккаунта. Не, не, мы не смотрим за один аккаунт. И мама еще посмотрит. И... Мама посмотрит? Да. И еще... Вы, типа, все три отдельно будете смотреть? И Кирилл, 5. Кирилл, мы на тебя рассчитываем, 5 просмотров. Смотрите сейчас, что Божена будет сейчас делать. А, боже, подумал, что там мусор. А меня видно? Торт вчерашний доедать. Ну, это не все мне. Я отрезала кусочек. Какой кусочек? Никита только что шеймил нас, что типа торт на завтрак. Я никогда не ем торт. А ты будешь торт? Нет. Знаешь, что альбом у Колплей? Я не знаю. А что ему одеть? А мне кажется, может и так ничего. Единственное, что он чуть-чуть беременький, но в целом, мне кажется, это нормально. Я думаю, это будет вообще на тайчу. Сама? Ба-ба-ба-бам. Нет, я имею в виду, что какашка была на одежде утром. Это сама... торт на две порции. Боженя и Никити Байт. Да. Так, куда торт подавать? Ну, не сморкайся мне тут на камеру. Это кому? Кусок тебе и байт Боженя. Не, наоборот, байт Боженя. Кусок. Ой, кусок Боженя, байт. Кусок Боженя, байт мне. Давай, тест. Хорош. Сына! Сына! Да такой красивка! Так, следующий подарочек. Какой комбинезончик. Очень милый. Вот этот халатик. И... Лего. Лего от вас, ребята, да? Еще одна в кого? А, смотрите-ка. Аккуратно, камера! Давай это откроем, мне кажется, там что-то интересное. Бэби, бэби. Это такой проектор. Это прожектор. Прожектор, я не знаю, как называется. Поглядь только. Нет, это калейдоскоп. Да, калейдоскоп, exactly. Exactly. Так вот, открыточка, свеча. И, значит, написано. Год, они нарисовали рисунок! Эзра с Жаником, ей подписано Эзра. Seeking for magic. Просто нужно прочитать. Never stop seeking for magic. Корбажена, a pink, we know you. Wow. Днем рождения, Эзра. Пусть мир улыбается тебе так же широко, как и ты ему. Типа попросила лишь все вот такую, типа. А вы что подарили? Ничего. Ничего, мы подарили ему жизнь. Да. Вот такой геймпервен. Так, предпоследняя посылка. Посильно это в Rockstar. Наши песни, да, Эзра? Наши песни. Кто-нибудь снимает это? Окей. Тяжелая артиллерия. Вот в эту упаковку. Зарисовка Божена и нож. Вау! Первая симфония. Пришла в зальчик позаниматься. Никита какой-то здесь посоветовал недалеко от дома. Народу полно, и еще они закрываются на сиест. Ну, короче, в 2 закрываются до 5. И вот я еле успела. Остался час до закрытия. Потреню быстренько. И пойду обратно домой. Очень мало тренажеров, еще и закрываются в 2. В общем, уже всех нас выгоняют отсюда. Я 15 минут побегала и 40 минут еще делаю тренировку на ноги. Ну так себе, короче. В Австрии как-то получше. Но стоит всего лишь 10 евро за один раз. И в целом я так немножко пыталась. Других тут вариантов как бы нету.
на районе, поэтому буду ходить в этот, чтобы делать. Ну и замка у меня еще не было. Слава богу, меня не обокрали. А, кстати, я не проверила, не обокрали ли меня вообще. Кошелек. Кошелек на месте. Это единственное, что у меня ценное было. Наши модные руки, ручки с водой. А я не знаю, где они. Мы тут собрались на модное мероприятие. Постарались быть модными. Постарались, но показать не получается. Кому носочки одевают? Кому Дать. Носочки одевают? Дать. Какая модная мама. Я не могу. Я не могу. Вот, пришли поп-ап, как говорят ребята. Но это их постоянное место, да? Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что поп-ап это когда в каком-то временном месте организовывают что-то. Но ребята называют это поп-апом. Мне тоже, кстати, нравится. А это все эти украинские, да, дизайнеры? Или... Да, да. Да? Вот. 55 евро. Элис Кей. О, красивая. А вот такая у нас с Кириллом одинаковая. Капа-лук такой. О, вот это мне нравится. Так, хочется прям пошариться здесь даже. Тут еще вон сколько украшений вообще. Смотрите, какие керамические прямо эти колечки, ласточки. Вот такая маечка. Но она есть в двух цветах, и это значит, что нужно выбирать. Ненавижу выбирать. Вот лот номер 2. Беленькая. Беленькая, наверное, мне все же ближе по духу. Хотя прикольно розовая, но не знаю, розовую сложно сочетать. Лот номер 3. Боженкина мама мне тут подобрала рубашку с такими пристегивающимися штучками. Наверное, возьму. Нет. Ну вот, покупочки. А вы, мадемуазель, что взяли? Ничего. Ну почему? Я сейчас еще просто хотела показать сережки, посмотрите. Зеленый тут. Ой, зеленым камешком. Да. И вот такая, такое колечко. Колечко. Но все тут вообще продает Лилия. Лилия просто продает. Но она здесь не консультант. А такое колечко вам не надо? Здесь вот есть такое сердечко, оно такое замечательное. А вот рубашечка там с рюшечками не нужна? Если бы Бажена была кардиганом, она была бы вот этим кардиганом. Это точно. А мне сказала девочка, вот так, как десертик. Посмотри, как с кроссовками. Ну что, тебе легче, что я что-то куплю? Да. С твоей мамой нельзя ходить по магазинам. А знаешь, так прикольно то, что у них тут свет такой красивый. Ну, везде в раздевалках же ужасный свет. Что, я проехала с кому-то поехала? С нашего ракурса еще лучше. Да, да, пока. Мы потеряли носочек. Ждем, пока мама его найдет. Боже, мы шли домой в гору, запыхались, и оказалось, что мы пришли вообще-то замороженным. Пирожка! Мы попробовали просто 150 сортов и взяли. Смотри, он может так еще где-то 30 минут макать туда ложечку. Конечно. Я в этом уверена. Ну, вообще-то, мы опаздываем в кино. Да. Но по испанским меркам мы как бы не опаздываем. Вы уже не пойдете на меня. Мы типа не опаздываем, у нас куча времени. Но по австрийским меркам как бы мы уже можем даже не идти, типа мы полностью опоздали. Там же еще эти неприятные трейлеры. Почему неприятные? Скажи, они смешные. Скажи, они смешные. В общем, вот как вы думаете, сейчас без 27, а кино у нас... 15.
7-10. Мы еще если даже не дома. Если мы всем расстанемся, а тут 5 минут ходьбы. Мы еще должны дойти домой. Там еще что-то... Нет, а ты уже не будешь перекусывать? Нет, хватит мороженого. Она уже перекусила. Да, из ручки. Как сказал Никита, это мой ужин. Да, поужинали сейчас так знатненько. Сколько тут килокалорий? 2 шарика, где-то 500. Как бы хотела сказать, вау. В общем, я считаю то, что мы же еще попкорн поедим. Ты гонишь. Почему нет? Ну это как-то, чего идти в кино? Ну, если попкорн, я снимаюсь с этой вечеринки. Короче, если не будет попкорна, я вообще снимаю все. Если я так говорю, а я единственный человек, у которого нет проблем с едой. Ну я не могу поужинать мороженым, типа, мне хоть что-то надо солененькое. А я не могу поужинать мороженым, солененькое. Поэтому я поужинаю попкорном, да? Да, но мне нужно, чтобы было что-то солененькое. А попкорн это что? Сейвори. Это углеводы? Тоже? Попкорн это углеводы и жир, но там вообще мало калорий. Потому что? Почему? Вот, как вы думаете, Бажена Кухарская, почему в попкорне мало калорий? Меньше, чем в чипсах, например. Ну, потому что он из кукурузы? Нет, потому что он очень легкий. А, блин. Все, что легкое, там не так много калорий. Например, круассан или фокаччо? Круассан. Правильно? Цвет верный. Круассан, попкорн, все легкое, едим. Ни в чем себе не отказываем. Диета номер 5 от Ксении. Забыла фамилию, чуть-чуть забыла свою фамилию. Курочки на выгуле, Бажанская. Курочки на выгуле. И... Мы идем в кино. На девчачий фильм. А Никита пошел на свой мальчачий. На Дэдпул какой-то. Один. Просто один, как одинокий волк. Мне кажется, у нас тусовка за Black Lives. Ну ладно, будет магия. Да. Dos pequeño salados. Заходим в кино. Вообще не опоздали. 19:12. Мы тут.